Итак, друзья, ну что же, мы начинаем. Первый заезд. Лансер 10. 2.4. Гена к нам приехал в этом сезоне впервые. Тачка лютая, поехала быстрее. И опять же с уверенностью скажу, что на Атме в таком конфиге Лансера шустрее, быстрее. Железобетона нет. Еще раз ему респект за такой построенный проект. Сегодня ему кататься практически только с турбовыми тачками. А это очень тяжело. Поедет против Chery Ariza восьмерки 1.6. Турбо, робот с мокрым сцеплением, 186 сил. Тачка быстрая, она едет, ну, по замерам, по видосам быстрой октахи. Это прям меня удивляет. Стоква, а 7 1.8 турбо. Сейчас посмотрим, кто будет быстрее. На счет 3. Раз, два, три. Вторая передача. Хорошие верха на Лансере. Ой, да мы, кстати, не сильно-то пробуксовались. Лансер пошел, скорость 100. Вот он корпус взял. Поехал. 130. 140. 150. Ну, Лансер быстрее. Корпусов 5 было. На 160 отпустили. Ну, Лансер сильный соперник. Там сил больше, вес меньше. Вот, поэтому в целом, я думаю, так и должно было бы быть. Ну что, первый раз сейчас посмотрим. Вообще первый заезд на ней, да? На ней именно это, бывали заезды уже. Ну вот я с Октавией вставал. С 1.8? Да. И с атлетом Toyota. А с Октавией как проехал? Вот так же, как он, только я был спереди. Ого. Ну там Октавия на 92-м была. Как оказалось. Как мы уверенно собрали, ребята, а? Очень уверенно собрали. С места мы там даже и не особо прям рвали тачку, шустрее что-то включить. Ну, прям чувствуется мощь в этой тачке. Давайте 60. Готовы? На счет 3. Раз, два, три. Гена беспощадный. Как она до 6.5, да, крутится, да, получается? Да. Ну, Лансер заметно, что быстрее, прям уверенно идет. Быстрее, прям уверенно идет. Скорость 140, 150, 160. Ну, вот до 170, в общем, проехали, отпустили. Разрыв, ну, прилично, прям прилично. Хорошая быстрая машина Ariza, но Лансер что-то сильность хороший. Он в прошлом сезоне прям тяжело ему давалось проехать дура на К03S 1.8 турбо. Я думаю, на этом конфиге бы он ее проехал. Хорошо. Потому что сейчас время у него очень сильно, ребят. Очень сильно. Атма. Тут, когда, знаете, турбо надует, и ты вот только по цифрам понимаешь, да, там едет, не едет, ну, понятно, еще ощущение. А здесь вот рык мотора, когда вот он едущий мотор, его ни с чем не перепутать. Очень приятно идет. Готовы? Раз, два, пускай. Три. Вот. На два нормально поехали. Ровно прям с Лансером. Ну, я нормально поехал. Вот Лансер начинает третий забирать. После соточки прям уходит. 130-140. Корпуса 4 есть, 150. 160. Ну, блин, да. Не, ну я могу дальше шать. Ну да, смысла особо нет, да, отпускаем, отпустил. А если стампы отключить, типа, ну, примерно то же самое будет по скорости, я думаю, да, потому что. Ну, мы не рыли, короче. Мы бы тут особо и не рыли. Резина здесь другая стоит, новая. Uh-huh. Не как с завода китайского. В принципе, она вот, ну, всегда я в таком режиме вот езжу. Uh-huh.
Не, ну гены сильнее, чем стоковые октавы в любом случае, поэтому даже если ты ездил с нормальной, а не на 92-м бензине, там, а на 100-м, ну все равно, я думаю, мог бы быть впереди. А стоковые будет здесь сегодня, нет? Не будет? Ну их днем с огнем не сыщешь. Стоковые октавы, он... Все шиты, да? Да. Гена что-то накрутил ему в этом сезоне еще злее. Как он хорошо едет. Я прям удивлен. Я был, наверное, даже уверен процентов на 70, что Гена уедет от Аризы. Просто я знаю, как она едет хорошо, но не настолько сильно. Так. Нужен соперник сильнее. Еще, может, азы сегодня подъедут, я не знаю, что за таз нужен, но уже, блин, ребят, нужно 100-200 ехать в пределах двадцаточки. Так не то, что она и после 200 еще эта машина едет. Вот что мой плюс. А сколько у нее пятая заканчивается? По оборотам там 220-240. У меня от отсечки зависит. Ага. Ну вот сейчас если там до 6, до 7 крутить, как вот? До 7 у меня будет реальная скорость 220. По спидометру 230. Ну да, я понял, да, погрешность это. Но это прям неплохо, 220. Очень неплохо. Самое главное, что она их легко берет. Вот в чем суть. Есть машины, разгонятся 220, вопрос когда. А это берет на коротком участке, свободно собирает эту скорость. Так, следующий заезд, Актаха, А7 1.8 турбо, стейдж, ну, можно сказать, 2 на 250 сил, ДМЕ, настройка, а настройки у них злые. Вадику, ДМЕ, Воронеж и Максу, Ростов, привет, злые софты, я на Актахе езжу, знаю, что они делают, опасно едут тачки. Против Фиата, турбо 6-нарь, а не знаю, сколько не сил, до 300 сил в машине, да? Да, 250 где-то. 200. А какая турбина? Холсон. Какой? 35-й, 40-й? Без понятия. Готовы? На счет 3. Раз, два, три. О, неплохо раздулся, кстати. Отпускаем 140. Слушай, мы прям очень хорошо шли. Очень хорошо шли. От нее там она. Стрелы, взрывы. Ребят, тормозите, еще раз заедем. У вас чуть-чуть дымку дает, нормально? Окей. На счет 3. Раз, два, три. Давай, 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 Актаха. Вторая передача. Слушай, как он сейчас хорошо поехал, а? Раньше готов. Да. Забирает 160, 170, 180, 190, 200. Хороший очень набор. Вот все. Набросил. Мне кажется, вот могли лучше были заехать. Давай 60. Я еще нажимаю. Ты на прям раньше хуй, да, затуп очень сильно. Давайте 60, пока вот нет никого до подъема. Готовы? И помчали сразу. С огнем ебать. Да, блин. Ну, в нем 300 сил эти и есть. Тут ТСГ даже больше нивелирует. Все, набросил 200. Сука, 16. Дымит, огнем пуляет, да едет. Да? Конфиг у него удачный, полторашка, на небольшой турбине, едет очень хорошо. Едем туда, тачки пусть остывают. За ним пустимся. Да, да, да. Блин, а резина цепляется вообще хорошо. Мы типа не шлифуем. У меня кармаран до этого был, он вообще никуда, ну, то есть там зацепил свой сарай попер. Не, здесь вилма первая чуть-чуть, там, да, дальше мы нормально прям цепляемся. Может, у нас может, охлаждение сейчас... еще, кстати, сейчас не дает. Жарко, да. Может, еще нагрелось, как она стояла. Пульт и стоковый стоит? Вообще стоп все. Я думаю, сейчас она продуется, вот мы проедем туда-обратно, с места еще раз сделаем, и я думаю, у нас вполне прям все шансы, что прям сейчас даже хорошо проедем с ним. Вот, видно, она второй-третий заиск, ты уже неохотно ехала, да? Да, она в первую как-то потребовала. Да-да-да. Сейчас она остынет. У меня еще, возможно, в пироге радиаторов мусор, она может залезть. Сюда бы кулечек хорош поставить, было бы вообще кайф.
Конечно, стартанули. Все, пока. Мы не раздутые были. Перезаедем, говорит, давай. Мы в тот раз не раздутые были. Я говорю, мне надо секунды три, чтобы раздуться. Тогда прям пораньше начинает дуть. Вот сейчас. Так, готовы? Давай, давай. Раз, два, три. Такой заезд нужно побыстрее октав выкатывать, возможно, сейчас синюю. Ну, тогда мы в Фиате оставим его одного, чтобы было поинтереснее. Заезд синий, есть октав 1.8 на S38, но она на полном приводе. Едет примерно, как это, должна ехать на S20, по факту. Хотя даже можно и S20 быстрее пустить на моноприводе, там не супер злой софт. Вот, надо против шестнаря пускать. А сейчас, на данный момент, шестнаречек побыстрее, помощнее. И с ним просто ехать тяжело на роботе. Нужно бросать на 2, точнее нажимать уже на 2, чтобы преднаката не было в роботе, чтобы он себя бережет же, не поломать. Вот. А там механика. И он сейчас к ней еще привык, едет на ней прям прекрасно. Он тогда этого не ездил. Я просто помню, он сейчас прям вот на ней лупит, как будто он прям... Нравился. Да, да, да. Не, ну у него, конечно, еще тое. Еще тое. Она и была тое, но он прям так не ездил, понял? Сейчас он прямо передачи бахает. Сейчас, видишь, я в механике поехал, она крутит. Да. А там, возможно, она еще это и отключил, и ESP. Да, понял, понял. Мы только один раз удачно стартанули, когда чуть-чуть раньше поехали, когда перезаехали. Да, мы всегда удачно ехали. Она раздулась только один раз в этот. Не, ну это понятно. Но Ванат видел преднакаты. Это да. Мы не можем сразу ехать. Да, да. А он все делал прям очень хорошо и переключал хорошо. Он хорошо едет на ней, реально. Он тогда этого не ездил. Вышел он въезжать начал, вот тогда только раз. Ты где проходил школу мастерства переключения передач? Где? Санька? Да! По видосам с BMW. Не, реально хорошо едет. Пашу ты расстроишь. Опять построит, проебет. И опять строит. Паш, собери себе к нему мотор. Сейчас поедем в синей Октаве. Полный привод. 1.8. Stage 3 на S38. Машина в прошлый раз приезжала, уже ехала хорошо. Но поменяли кулек, поехал еще лучше. Минус то, что там коробка 250, кстати, заводская. И тяжело работать. Если бы там была 381, прям вообще бы. Готов? Раз, два, три. Ох. Как из 38-я хорошо накатывает. Скорость 210. Все, пускай. Вот про что я говорил. Обогнал Октавию на стейдж 1, найдется на другом стейдже. Прям очень хорошо едет. Интересно тебе заехать. Быстрее можно, Серег. Еще чуть быстрее. А если сейчас 60, то 70 хотя бы. Давай, да, без проблем. Догоняй нас, мы в левом ряду. 70 сделаем. Так, готов? Раз, два, три. Я понял. Ну давай в обратную сторону сейчас остынут тачки сделаем. А что за куль стоит? 88. А это что за такое? Я просто не слышу ни разу. Тестом лучше Вагнера. А цена? 117. Ух, ебать. BlackRock это аналог Вагнера, да? А ты взял еще круче Вагнера. Типа. Вот здесь вот. BlackRock, наверное, вряд ли аналог все-таки. Ну, копия просто китайская, тут что-то, да. Так, готов? Раз, два, три!
О, он едет. Отпускаем. Да, когда он раздулся, он хорошо едет. А сколько у тебя сейчас лучшее время? Здравствуйте. Я измерился 11.8. Здесь? Ну, не хуй, так жарует, нормально. А есть разница вот по холодку, типа... 9.3 было. Ну, не хуй, себе. Это очень сильно. Так, там готов? Раз, два, три! Старт, конечно, лютый. Ребята, это огромный плюс для тачки. Она за счет этого... Не, кстати, ходами, то, что она едет, времена-то по холодку 9.3, это прям для полного привода. Это очень сильно. 1.8 моторчик-то. А надув не добавляли? Сколько надув на ней? 1.7 в пике, да? А на хвосте сколько? 1.7. Тоже 1.7, ни хуй. 1.6, может. Ну, нормально, ни хуй себе. Она прям очень хорошо на хвосту держит. Чё, как? Короче, 60 не получается Фиату никак, а с 90-100 ровно. Я сам охренел. Я же тебе говорил, тебе есть смысл. Понятно, он в Фиате 1 ехал, но, блин, там очень мощная машина. Да. Один раз тогда вот, когда... Нет, ура, туда а... мы ровно поехали, обратно поехали. Он даже вырвался от нас, понял? Я охренел, прям я очень не ожидал. С места понятно, 60, там тоже типа пробуксовка, все дела. Да. Ух, ребята, ну вот сейчас будет заезд. Гена на Лансере, 10-м, 2.4 Атма. 200 с небольшим сил. Механика, передний привод против Пассата, 1.8 турбо. Женек приехал, стейдж 2, 200 плюс сил. Есть читерство, Женек разобрал тачку, за счет этого она... Ну, она хорошо очень едет. Вес решает на таких тачках. Еще что-то там. Он уже начал пол отрезать. Лёгкий убрал. Инструмент. Я уже в болгарку заводит. Но Лансер собран весь. Здесь плюс ты машина, она не ездит хорошо, как и Ген на своей тачке. Здесь турбина крутящая. А там томатно. Кто? Там объем, то турбо. Я думаю, что выиграет. Все-таки. Японцы делают вещи. Да. Лансер сила. Вак могил. Готовы? На счет три. Раз, два, три. Чуть пораньше мы нажали. Ух ты, пробуксовались. Нормально, вообще ровно едем. Ох, хорошо! Ох, хорошо! Отпускаем, перезаедем. Скорость была 160. 160. Да. Квотер был за нами. Может быть, ходами? Да, я думаю, ходами. Сейчас две машины проеду, да, сделаем 60. Был заезд, разгруженный пассатик, неплохо. Жень, ты заезжал с Тигуаном тогда, ты собранный был, правильно? Не, с Тигуаном, ну, салон собранный был полностью. Ну вот я и говорю, то есть он едет сейчас быстрее того Тигуана, а это время, да, низкие 20. Готово. Раз, два, три. Так, поехали с 60. Он переключил сейчас на пятую. Сейчас мы его переключим, мы будем седать. А мы сейчас его можем забрать. 210. Не можем.
оборвать не может, мешает. Да, да, да. Нормально. Ну, потому что примерно одинаково вы едете, вот никто не может порвать. Ровно тачки идут вообще. Аж капот затрёсся, да? Что случилось? Капот не закрыт, что ли? А не знаю, надо будет проверить. Он аж затрёс, видел? Может, да. Такие потоки ветра уже были на большой скорости? Сейчас, Сергей, я... Угу. Охереть. Просто, мне кажется, резкий поток ветра. Может, колеса? Да, что-то надо посмотреть мне, по-моему. Туда сейчас, да? Да, 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 потихонечку. Заезд бомба. Заезд вообще на все бабки дали. Мне кажется, ветровой какой-то поток был. Бампер выскочил. Выскочил, да? И в этот момент, мне кажется, ветер и начал раскачивать капот. Он чисто на замке держался. Мы дали прям вообще, дали до конца просто пятый, да? И все было по оборотам. 6500, почти до конца, еще 200 и максималка. Охренеть. 6700. Очень сильно дали. У нас что-то капот затрёсся, знаешь, задрожала машина. У вас снизу защита. Защита вот так. Защита вот так, защита бьет. Вы ехали, а защита снизу фигарит спереди. Вот это смотри. Она снизу как будто полз один открыл. Вот этот полз обжигает, вот этот вот она. Одинаково. Вот этот вот. Одинаково? Да. Сейчас фигарит, открутились, балкины. Она начнет бить, короче. Все, я понял, у меня капот начал. Да, у нас капот все, захлопал, вот так вибрация пошла. Ну правильно, снизу, значит, вибрация дает воздух нижний, она дает как раз наверх, бьет. Ну дали вообще на все. Сейчас бабки. На верхах она нормально. Мы 210 ехали. Из 20. По студентам 220. Да, 20 поставил? Сток. А что вверх, с верхами стало? Так у меня же на верхах она травила. А сейчас что? Я устранил, сейчас все держит. Что ты устранил? Колечко на пайпе убрал. Там колечко травило, новую поставил оригинальное, сейчас не травит. Убрешет. Не, ну на самом деле хорошо очень едет. Потому что заезд был просто лютый. Прям вообще. Да. Я с места рассчитывал. И с места, и ходом. Просто Вовчик говорил, он с места даже с одной педали поедет. Вот с места, может быть, если не заехать, может быть, с места дернуть, конечно. Ну, вес, видишь, я думаю, если Лансер разгрузить до таких же кондиций, он будет уже быстрее. А мы с Нишкой ради этого, он переключает, а я почти дощечки кручу, мы его выгоняем. И у тебя длиннее все передачи. Я потом включаю другую и начинаю. У нас пятая уже заканчивалась, мы сейчас ехали, а ты только ее подключил, можно сказать. Вы включили, потом ехали, я да, уже да, да, да. Включил пятую, потом вы уже догнали, там сравняли. Слушай, круто, чё? Хотел я с Пассатом заехать, смотрел дома. А все пишут, не едет ни хера, да? Не, я подозревал, что битва будет, реально. Потому что я знаю, как Stage 2 едет. Ну, он заезжал с Тигуаном, 2 литра 220, который едет прям как Octavia Stock. Он когда собранный был, он с ним ехал ровно. А сейчас он подразобрал, он едет, ну, быстрее. Он еще тот раз на верхах травило. Я думаю, где-то секунд 20 тысяч, ты сейчас едешь. До 6 тысяч я, короче, даже докрутить не мог. Да? Там у меня дух набирало. А сейчас 6,5, прям крутит хорошо.